Здравствуйте, это канал Bad Girl, ДБД. Игорь, София, я в катке. Илья на связи играет в РДР-ку. Что-то я даже не заметила, как Женя ушел. Вот что значит, сделаю его потише человека. В порыве Орона Мана даже не заметила. Не пишет. Стоп. Да сейчас какая-нибудь колыбельная заиграет, узнаем кто. О! Я не угадал. Свалка это норм прям. Смотря с кем. Это тут же эти колокольчик, да, мы смотрели? Блядь. Если это за вправка, то да. Деревенщина, ребят. Да-да-да. Вот. Или да. Буба. Деревенщина, скорее всего. Деревенщина. Сейчас опять камперас попадется. Вот вангую. В главном здании. Это у меня. Он там за нашим этим. Русским. Так я рядом с вами, нихера себе. Так. Все там были. Так, ладно, я пока затыкаюсь. Чтобы его спасти, если что. Ты тоже рядом там? Да. Давайте я в лачуге начну чиниться. Убежал вправо. София, я спасу, беги. Он шел. Нет, в сторону Игоря. Бля, неужели не камперас? А как он, сука, узнал, что я тут? Пикишель. Куда ты пошел? Найти треугольник. Бро, стой! Бро! У него татарофобия. Простите, татары. Очень смешно звучит. Просто это танатофобия, но созвучно. Понятно? Игорь, я рядом. Сейчас узнаете. Я рядышком. Фобия, блядь, и все. Можешь прикол? А, не, на другой крюк вешает. Я думал, он повесит сейчас на крюк, рядом с которым я сижу. К другу? Это кто бегает? Я вообще на месте стою. А, тебе, значит, побежал? Нет. В твою сторону побежал. Ну, он друга увидел. Понятно. Друг, а ты увести-то его можешь-то, блядь, нет? Пиздец, бегает прямо рядом с Игорем. Дурак, что ли? Игорь, они впереди? Ага. Все, супер. Я думаю, совсем дурной, что ли? Пойдем-ка сюда. Вот сюда за машину. Быстренько тебе пилюль несколько, да? Возвращается Игорь. Уходи по-тихому, уходи, уходи. Аккуратненько. Если что, нам с генераторами надо переместиться, типа, в ту сторону, подальше от главного здания, потому что, мне кажется, там треугольник будет. Угу. Так, Игорь, иди чинись. Молодец, умница. В сторону главного? Ага, вижу, куда он его повесил. А куда ж ты пойдешь, собака? Да за мной. Он что, тебя увидел? А? Я не знаю. Вроде нет. Не, ушел кто-то. Дай-ка сразу починю. Куда ты пошел, блядь? Ой, блядь. Короче, пацан руина. Я знаю, почти. Пацан большая руина вообще. Пиздец просто какая руина. Взял меня, продал. Тварь. Блядь, сука. Лачуги сейчас чини. Давай, чини. Я на мейне сижу в гараже. Я хит ловлю! Сука, взял, продал меня. Говна кусок. Нахер я его снимала, надо было его продавать. Да, бежит. Левее. Прямо бежит. Да что был? Нет. Нет, чинись. Чинись! Да, спасать, да. Не да, надо, чинись. Не надо, тут... Игорь, он у тебя. Да я вижу, блядь. Снимай меня! Наш друг точно не хочет тебя спасать.
Че, спасаете? Нет, 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 меня Игорь спасет, все нормально. Давай, нормально, бежим. Он у вас? Да. Блять, Игорь за тобой бежит. Продержись, пожалуйста, а немножко. Почему? Так как ты от него, блядь, продержишься? Назад смотри. Ты думаешь, мне это когда-то помогало? Против него помогает, он реально немножко тормознутый. Да, мучачус. Не, он за мной. Я к лачуге. Софья, дочинись. Не могу. Бля. А зачем ты сюда пришел? Потому что увидел палетку. Понятно. Она была ближайшая ко мне. Подвал? Нет. Тут лачуги нет подвала. Ага. А что он шел? А я не вижу, мне эту ебаную анимацию показывают, блядь. Так, понятно. На мейн пошел? Да, походу. Убегай. А, он за динозавром бегает, который на мейн да, побежал да, зачем-то. Это хера там еще? Нахера ты на мейн побежал? Давай я другой поищу. А рядом с крюком же был. Ну, я сижу в шкафу, наблюдаю, как они бегают. Да, блин, сейчас я выхилюсь пока. Тотемы что-то не попадаются. В лачуге нет уж, да, София? Я так чувствую. Нет. Блядь, сука, серьезно? Какой же этот динозавр руины, я не могу. Полная. Ой, сука, блядь. О, я порчу нашел. Просто его вот спасать бесполезно сейчас. Да хули его спасать, у него последний подвес. Ко мне. Я тебе говорю, он руина просто вообще. Меня продал зачем-то. Так, ну я вижу, где он. Ломаю. Благословляю, точнее. Я сбежал. А у него что, порча была? Блин. Да. Вот сейчас. Все. София, как ты сбежала? Расскажи. Ну, он все равно за мной. Сука такая. Давайте его отпиздим. Его же бензопилой. А ты в районе ничего? Лачука. Ага. Блять, попал. Понял, принял. Блин, а ты вообще откатился. Да, в смысле не сработало? Палетка? Палетка. Военный пинг, наверное, блядь. Игорь, чинись, пожалуйста. Странно, что он вообще его не понял. Хорошо. Угу. Софья, он что, камперит? Нет, ушел куда-то. Там розовая дырка рядом с тобой. Блять, на меня ушел! Сука, мне дай дырку, дай поговорить с дыркой, тварь! Спасай Софью, Игорь. Да там чел вроде. Да. Нихера, он чинит генератор! В смысле чинит? Вон он, приближается. Меня тогда спаси. Не надо. Угу. Ребята, извините, тут дырка. Если я умру... Спасибо, Софья. Блять, он у меня, что ли? Айура! Айура, айура! В моем случае это нормально звучит, ты чё? Да, он у меня. Да, ну конечно, ёб твою мать. Может, он тебя не поднимет? А, так он тебя не уронил еще. У тебя только хит. Пока. Софья? Нахуй, блядь. Что-то начал улавливать опять микрофон. Да? Угу. Шумы появились. Сорянь. Нормально. Не парься.
Ты помер? Конечно. Да. И тотем твой вместе с тобой. Что-то я не поняла, куда он ушел-то. Ты как, София, держишься пока? У меня уже начинает подгорать. Ну, просто самое эмоциональное. Вот это тотемчик. Как-то проще к этому всему относится. Блядь, да ты как это делаешь со своей пилой? Скотина! Люся, он пока это угоняет. Да нет, он не будет его гонять, он меня будет поднимать. Да. А чё ж ты, блядь, тогда... А, он что, с ним договорился, что ли? Может. Козелина. Чего мне не говорит? Он за ним побежал. Стрим выключил. Я ж тебе сказал, что Женя ушел. Ты или я, думаешь, смотрит? Или я, ты знаю. Смотришь? Друг. Я нет. Я ж тебе сказал, Женя ушел. Да я фиг знаю, что-то висит и висит. Оно у меня подлагивает еще с ним. Игорь намекает тебе на то, что... Потрать, говорит, денег. Хуй вот тучу. София, они договорились. Ну, либо он тебя ищет. Он его не поднимает. Ты тоже, Катя, все, да? Конечно. София, я поняла, что за шум. Это от генератора, которого ты чинишь. Понятно. Все, София больше не будет чинить. Да что у него с этой бензопилой? Он меня вообще бесит. Чё это за хрень? Деревенщина в принципе или этот? Не, они не договорились, нет, потому что... Нет, не договорились они. Просто тактика такая была. Смотри, потерял его. Мы, кстати, не будем ничего смотреть. Пятница 13, это... Бензопилы у нас какие-то. Так мы смотрим. Как нас режут. Точнее, персонажи наши. Не-не, они не договорились, Софья. Просто такая тактика. Ясно. Да, вредный товарищ, конечно. Вредный. Но я хоть с дыркой пообщалась, хоть задание выполнила. Уже не так обидно. Татарофобия, перегрузка, слежка, наказание, погибель. Ой, да.